Вопрос организации качественного дошкольного образования – один из приоритетных социальной политики муниципальных властей. За последние годы в Чебоксарах делается многое. Всего за 5 лет в городе создали более 13 тысяч мест для дошкольников. Строительство детских садов продолжается. Уже в августе свои двери откроют 2 новых столичных детских сада. Один из них находится в Радужном микрорайоне на 100 мест, а другой в Альгешево на 240 мест. Все работы идут по графику, оборудование уже закуплено, формируется педагогический состав. На строительство объектов было выделено более 200 миллионов рублей. Столичная казна нуждается в постоянном пополнении. Один из ресурсов – эффективное управление имуществом. Сейчас идут торги по продаже и предоставлению в аренду жилых помещений, земельных участков, автотранспорта. Средств. В первом полугодии 2017 года было проведено 27 торгов, на которые было выставлено 178 объектов. По результатам проведенных торгов было реализовано 88 объектов на общую сумму 110 миллионов рублей. Во втором полугодии планируется пополнить бюджет города еще на 120 миллионов рублей.